Погоня за злоумышленником началась на улице Усть-Курдюмской после того, как водитель Нивы лихо промчался мимо инспектора ДПС, который пытался остановить транспортное средство. Сотрудники ДПС с помощью свистка и жезла пытались остановить автомобиль «Нива», водитель которого двигался с нарушением правил дорожного движения. Однако законные требования сотрудников полиции об остановке он проигнорировал. Было принято решение о преследовании данного транспортного средства, в ходе которого водитель неоднократно нарушал ПДД, чем создавал угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения. И хоть «Нива» далеко не гоночный болид, но отсутствие должных скоростных параметров злоумышленник с лихвой компенсировал наглостью и безрассудством маневров, наивно полагая, что его навыки вождения вне конкуренции. В действительности же полицейские в ходе погони вынуждали его свернуть на менее оживленный участок дороги. А уже там, в путанных закоулках и тупиках дачных массивов, нарушитель был загнан в ловушку. Дальше все было по канонам жанра. Попытка протаранить преградивший выезд служебный автомобиль, предупредительный выстрел в воздух и прицельный по колесам Нивы окончательно охладили боевой настрой злоумышленника. Он был задержан. После задержания злоумышленнику было предложено пройти медицинское освидетельствование состояния опьянения. Однако он отказался. В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.